Окей, слава. Летим. Куда летим? Так, летим мы в Луизиану. Уже у нас последняя пересадка сегодня. Два часа пролетели, посетили в аэропорту. Осталась, конечно, стадия. Последний час полета. И мы будем на месте. Отлично. Здесь отлично. Очень много людей, что летят тоже на бои. Беллатор, там парень сидит, то же самое. Настроение хорошее. Ага. Отлично, отлично. Удачи, Слава. Спасибо, увидимся в Луизиане. Увидимся в Луизиане. Сейчас куда, Слава? Сейчас пойдем давать интервью. И потом будем тренироваться. Нужно подсушить еще пару килограммчиков перед взвешиванием. Как самочувствие? Самочувствие отличное. Прилетели, сходили, покушали. Сейчас вот 2.5 часа спали, только проснулись. Сейчас сразу пойдем давать интервью, потом еще полусонном виде. И пойдем тренироваться. Отлично. Как Луизиана тебе, Слава? Луизиана? Ну, мы не очень много пока где были, но когда ходили кушать, обратили внимание, что местные пейзажи очень отличаются от Нью-Джерси. Такой в южном стиле так сделано все. Все, атмосфера, все другое, да? Да, атмосфера другая. Воздух даже такой более влажный, такой морской более. Вот. Ага. И очень жарко сегодня даже. Ну, в общем, впечатления такие положительные от Луизианы пока что. Отлично. Фотосессия Славы. Не холодно, Слава? Нет, отлично. Жарко. Два дня до боя, Беллатор 61. Слава, сейчас куда? Сейчас пойдем на пробежку, нужно согнать 1 килограмм. До взвешивания осталось 3 часа, килограмм лишний, поэтому сейчас побежим, избавляться от него. Отлично. Слава, а? Ну как? Отлично, бегал полчаса, в принципе, в удовольствие пробежался. На улице очень жарко, а я в шапке и в кофте. И очень сильно вспотел. Сейчас вот минут 5 посижу, еще попотею. И думаю, что килограмм минимум должен уйти. И у нас еще запас будет, к тому же. Хотелось бы, да, чтобы немножко попить. Ага. Отлично. Это 3 часа до взвешивания. Да. Horseshoe, где будем выступать завтра вечером. Окей, Слава, какой статус у нас теперь сейчас? Сейчас едем на взвешивание уже. Буквально через несколько минут поедем. Пройдет взвешивание, потом будет небольшое интервью. И все, и сегодня будем отдыхать уже.
настраиваться на завтрашний бой. Вот, вес уже в норме, 186 паундов. Отлично. Так что все хорошо. Все по плану. Все идет по плану. Самочувствие? Замечательно. Отлично.